мой канал. Меня зовут Модестова Даша, и часто слышу от вас вопросы по поводу цен, поднимаются ли цены в США, сколько все стоит. Поэтому решила взять вас с собой в обычный продуктовый магазин. Давайте посмотрим, что здесь продается и что почем, что сколько стоит. Начинаем. Орешки кешью, называется Dolphin Nuts, $10. Кстати, от кого-то слышала, что в Америке не продают ролтон. Вот он, пожалуйста, продают $9.99, то есть $10. Чипсики Pringles $6.99. Америка, конечно, страна для покупателей, и прохожу мимо, вижу, что продают. Dehydrated water. Вот, пожалуйста, не обманываю. $13.99. Что значит dehydrated water? Dehydrated water — это выпаренная вода. Так что, если хотите, баночка очень легкая. Обычно получается пар, да? Воздух. Еще одна любовь, за что я люблю в Америке, что у людей есть аллергия, и, пожалуйста, придумывают продукты для всех. Даже у кого аллергия на арахис, но кто-то любит арахис. Вот, пожалуйста, арахис без орехов. $9.99. Красота! Люблю эту страну. Апельсиновый сок. $10. Молоко. Масло. Вообще немножко непонятно. Магазин какой-то креативный, видимо, не самый простой. Сейчас покажу бренд какой-то колы непонятной. Не знаю, первый раз такое вижу. Давайте вместе посмотрим. Он стоит в холодильнике. Давайте откроем, посмотрим. Мы заходим в холодильник. Вы должны это сами увидеть. Но самый прикол, среди всех этих изысканных деликатесов продают нормальный наш любимый холодец. Кто видел, как я мужа своего кормила холодцом? Американцы считают холодец такой изысканностью. Ладно, я надеюсь, вы оценили мои прикольчики. На самом деле, конечно, это не простой магазин, это инсталляция в Лас-Вегасе, в месте, которое называется Area 15, и эта инсталляция называется Omega Mart. Вот на фоне меня. Она находится в таком огромном пространстве, и Omega Mart — это одна из инсталляций. Вход туда стоит $55 за человека, и можно заходить, фоткаться. Все эти странные продукты можно купить на самом деле за ту цену, которая выпущена. Вот здесь у нас справа находится место, где можно купить билеты. Здесь устраиваются люди в очередь, заходят и получают удовольствие. На самом деле я не представляю, что творилось у этих людей в голове, которые все это создали, насколько надо быть креативным, насколько надо все продумать. Продумано действительно все до мелочей. И от этого ты получаешь особенный кайф, потому что ты действительно погружаешься в эту классную, интересную атмосферу. И сейчас просто покажу, что вокруг находится этого магазина, который называется Omega Mart. Кроме Omega Mart, здесь еще куча других инсталляций. Здесь экспозиции Ван Гога, в которых ты полностью окунаешься. И вот такая виртуальная реальность, где ты летаешь как птица. И просто куча всяких других развлечений. За каждую инсталляцию, за каждое развлечение надо платить. Вон ребята летают. Можно вот так вот полетать.
этому комплексу тоже посмотреть, и все в таких неоновых цветах. Ну, очень прикольно. Сейчас еще покажу. Здесь просто миллион разных штук. Ты выходишь из одного пространства и абсолютно не знаешь, что тебя ждет в другом пространстве. Сейчас покажу. В общем, если будете в Лас-Вегасе, это one of a kind, обязательно посетите.